наука очень мало знает о гомосексуальности, но на 15 минут нам хватит, я думаю. Все, что мы об этом знаем, мы черпаем из трех больших источников, да, в науке. Это из экспериментов над животными, а указка здесь есть, да? Из экспериментов над животными, когда мы кого-то можем насильно сделать гомосексуалом или обратить этот процесс, из наблюдений за животными в неволе, когда мы следим, как они ведут себя в зоопарке. И самая ценная информация – это делают ли так животные на самом деле в дикой природе. Ну вот все три источника, я вам сейчас расскажу, что мы знаем. Но самое интересное, конечно, это опыты на мухах-дрозофилах, да, то есть когда мы можем… Это самый известный, самый изученный объект во Вселенной, да, больше, чем о них мы, к сожалению, не знаем ни о чем, особенно в биологии. И если вы муха-дрозофила, то самое сложное в вашей жизни – это процесс спаривания. Да, то есть ваш мозг состоит из 13 тысяч клеток, всего ничего. Это где-то, ну, как самая мелкая крупинка соли, которую вы можете найти, да. Но при этом, как бы, ритуал ухаживания и спаривания очень-очень сложен. Самец в определенное время, это там где-то пятый день его жизни, должен подойти к самке под определенным углом, да. Если он будет стоять под другим углом, ничего не получится. После этого он должен потрогать ее передними лапками за определенный участок ее тельца. Если за другое, тоже ничего не получится. Потом он должен спеть ей определенную песню. И не дай бог он споет эту песню на тон выше или тон ниже, у него ничего не получится. Потому что самки очень сильно различают, да, песни разных самцов в разном состоянии и разных видов. Да. После этого он должен облизать опять-таки определенную часть черевца этой мухи. Ну и, собственно говоря, после этого происходит эти вот 15 секунд незабываемого экстаза. Во все этот период, да, оба представителя, да, должны определенным образом пахнуть. То есть самка должна пахнуть, частично напоминать запах еды, а самец тоже должен испускать целый ряд феромонов. Если что-то в этом не так, у них ничего не получается. Так, что ж такое? И тем не менее, при том, что у них поведение очень сложное, да, на них удается мутация в одном единственном гене вывести линии, которые будут практически полностью гомосексуальные, да, то есть в которых самцы будут ухаживать только за самцами. Выглядит в эксперименте это вот так вот, да, вот когда такая вот очередь из самцов начинает ухаживать друг за другом. Иногда это выглядит как такие круги, да, то есть они начинают ухаживать друг за другом по кругу. Это не совсем корректная модель гомосексуальности, да, в природе, потому что причина этого... Есть, например, вот мутации, вот, которые приводят к трем таким вот линиям. Это мутации в гене, которые позволяют им путать сигналы друг друга. Да? То есть самцы начинают ухаживать за другими самцами, потому что искренне верят, что они пахнут самками. Да? Они начинают просто путать запах или путать песню друг друга. Поэтому вот это вот у них все происходит. Другой источник информации о гомосексуализме в природе поступает от нас к нам из содержания животных в неволе. Да? Известный исследователь Моррис, директор Лондонского зоопарка, написал прекрасную книжку, которая называется «Людской зверинец», где проводит аналогии между нашим с вами поведением как людей и поведением животных, которые он наблюдал в своем зоопарке. И говорит, что большая часть проблем, с которыми мы стыкаемся в жизни, они на самом деле исходят из того, что мы с вами очень близко друг к другу живем. Да? И если бы мы жили в дикой природе, как бы у нас бы этих проблем не было. И вот он приводит, например, 9 причин, почему животные в его зоопарке занимаются любовью. Да? И вот на самом деле они очень разные, да, и не похожи на то, как это делаем и мы. Да? То есть на самом деле животные не делают это только для размножения. Да? У них куча других причин для этого. И вот один из видов, который демонстрирует гомосексуальное поведение в неволе очень часто, это вот эти вот пингвины. Да? Они образуют пары между собой. Антарктический пингвин образует пары между собой, ухаживают за потомством, им самки как бы нужны только для размножения. То есть густота селения этих животных, да, то есть факторы внешней среды, очень сильно стимулируют в них это поведение. Самый ценный опыт, да, который мы получаем, это за наблюдение в дикой природе. Да? Ну, понятное дело, что можно внести какие-то мутации, можно как-то подействовать на организмы извне, да? Но встречается ли это самопроизвольно само по себе, да? То есть есть ли гомосексуализм в природе? На самом деле он есть и в некоторых формах, да? То есть вот известные всем бадамбо, наши не самые близкие, но вторые наши близкие родственники, занимаются сексом большую часть дня, вот, занимаются в разных комбинациях, по двое, по трое, и на полное не очень обращают внимание. Да? Для них секс — это акт коммуникации и взаимодействия между собой.
Да? То есть они кучу сигналов передают таким путем. Но есть другой интересный вид, вот эти вот бараны, среди которых, что бы вы с ними ни делали, в какой бы части мира вы за ними ни наблюдали, у них всегда в популяции 6% самцов, да, которые, спасибо, 6% самцов, которые всегда будут предпочитать самцов. И с ними абсолютно все нормально. Да? У них нету никаких мутаций, у них нету никаких воздействий извне. Да? Они просто любят это делать. Интересно, естественно, что с людьми. Да? Очень большой вопрос возникает, как будто бы да, гомосексуальность когда-то бывает больше, когда-то меньше и так далее. На самом деле, скорее всего, это не так. Процент гомосексуальных людей всегда был приблизительно одинаковый. Ну, мы так думаем, у нас нет причин считать по-другому. Статистики корректной в этом области нету. Да? Самая корректная, наверное, исходит из вот этого вот сайта по частоте просмотров разного контента. И она гласит о том, что вот приблизительно вот эти вот цифры, да, то есть около 4% людей, это те люди, которые так или иначе имеют, ну, там, есть разные классификации, но, скорее всего, являются гомосексуалами. Кроме того, что есть люди, которые демонстративно, да, то есть ведут такой образ жизни, есть еще и другие опросы очень интересные. Какой процент людей в разных этих исследованиях, да, которые здесь представлены, хоть иногда в жизни задумывались над тем, что для них привлекательными являются особи своего же пола? И вот, например, в некоторых исследованиях, да, число открытых геев, да, 3%, там, 4%, 2%, но число людей, которые иногда думают о том, что люди своего пола для них привлекательны, вот такое. Да, около 10. Это подводит нас к очень интересной идее, да, которая на данный момент все еще является господствующей, да, которую предложил известный исследователь гомосексуальности, да, ну и вообще сексуальности. Так, надо вернуть. Альфред Кинси, да, он, это были 40-е и 50-е годы, он исследовал американцев и пришел к такому выводу, да, что гомосексуальности как таковой не существует. Есть беспрерывная шкала предпочтений человека от нуля до шестерки, да, где единица и шестерка, это когда люди предпочитают особей только противоположного или в случае шестерки только своего пола. И никогда в жизни не думают о сексе с другими людьми. Но тем не менее между ними есть непрерывный континуум, да, 1, 2, 3, 4, 5. Это те люди, которые допускают такие связи, которые живают их, которые их практикуют или другие формы. Да? То есть гомосексуальности нету. Каждый человек рождается бисексуальный. Да? И в ходе жизни по тем или другим причинам сдвигается в ту или другую сторону. Сам Кинси относился к твердой тройке. И все-таки, да, то есть, а в чем причина, почему, откуда образуются вот эти вот, откуда получаются вот эти вот проценты, да, 3, 4, 5 или сколько мы там имеем. Самая интересная теория, да, и которая, наверное, исторически была первая, что есть некий ген гомосексуальности, да, то есть люди рождаются уже с четко определенной концепцией своей сексуальности, кем они будут, да, ну и так как у нас все генетическое, то логично было предположить, что есть такой ген. Вот это вот известное исследование 93-го года, когда вроде бы, да, в журнале Science, когда вроде бы исследовали пары близнецов, мальчиков геев и мальчиков не геев, однояйцевых и двуяйцевых, и удалось найти хотя бы не ген, а то место на хромосоме, которая очень четко отвечает, ну, очень сильно связана с этим признаком. Да? Это очень известный локус, он находится на самом-самом плече X-хромосоме, это для нас будет важно, да? Так называемый XQ28. В Америке выпускали даже такие футболки, которые назывались там «Мама, спасибо за QX28», да? Потому что вот именно вот в этом вот месте, мы не знаем, за что делает этот ген, но в этом месте, на этой хромосоме, есть ген, который очень часто встречается у гомосексуальных мужчин и, скорее всего, приводит к такой форме поведения. Дальнейшие исследования показали, что, скорее всего, это не так. Да? Тем не менее, гены, которые способствуют гомосексуальности, есть. Да? Вот это вот исследование прошлого года, когда такие гены найдены, они разбросаны по хромосомам и чаще встречаются у данных людей. То есть генетическая предпосылка к развитию такого поведения у нас с вами есть. Это важно для нас, потому что эти работы начались с 70-х годов, и именно благодаря ним отношения с социумом, по крайней мере в Америке, удалось сместить в положительную сторону для восприятия таких людей. Да? То есть как только начали публиковаться работы, что есть какие-то гены гомосексуальности, число людей, которые в Америке начали думать, что гомосексуальность — это не выбор человека, это врожденная характеристика, а по каким-то причинам именно этот тезис является очень важным для социума, да, стало серьезно расти. Да, и сейчас это приблизительно 50 на 50, хотя раньше это было всего 13%. То есть это заслуга исключительно таких генетических работ. Вторая противоположная теория, да, которая
которая рассматривалась как теория развития гомосексуальности, которую предложил Фрейд. Фрейд всегда говорил, что гомосексуальность точно не лечится, всегда считал ее вариантом нормы и отказывался лечить гомосексуальных пациентов, помогал им только для справиться там с неприятием себя, такими делами, да, неврозами и прочими делами. Но, тем не менее, он считал, что люди рождаются бисексуальными и в ходе жизни выбирают ту или другую стратегию поведения, и что гомосексуальные мужчины развиваются в семьях с авторитарной матерью и отстраненным отцом. Да, вот такое вот было его наблюдение. Дальнейшие исследования, сейчас психологи четко уверены, что это действительно так, но это уже причина, что это уже следствие, а не причина. Да? То есть как только родители видят, что их ребенок, мальчик, да, развивается не совсем мужественно, так как они ожидали, исходя из своих стереотипов, то отец начинает отстраняться от воспитания, а мать берет бразды правления на себя. Да? То есть это действительно наблюдается, но это уже следствие, а не этот самый. Доказательством того, что это, скорее всего, не работает, теория — это известная история Джон, когда родилось двое мальчиков-близнецов, им делали обрезание, это была Америка, 78-й год, им делали обрезание, и одному из них сделали обрезание настолько неудачно, что он лишился своего полового органа. Родителям предложили интересный эксперимент, сказали, ну, как бы мужчина, он будет всегда плохим, да, давайте мы из него сделаем девочку, да, и вы от него это скроете и будете воспитывать его как девочку. 12 лет эта девочка, ну это условное имя, естественно, Джон, потом она стала Джоан, и сделали операцию, очень много серий операций. 12 лет семья умалчивала, кем она родилась, да, все знали ее как девочку, она принимала очень сильные гормоны и так далее. Когда ей было 15 лет, она наконец-то избавилась от жуткого невроза, потому что она очень сильно страдала, у нее были психические нарушения, она всегда чувствовала себя все равно мальчиком. Хотя мальчиком она была ровно 8 месяцев своей жизни, да, пока не сделали вот это неудачное обрезание. История ее печальна, да, потому что она потом сделала операцию обратно за очень большие деньги, все, которые у нее были. В 21 год она сделала операцию обратно и стала мальчиком, но в 30 лет все равно покончила жизнь самоубийством, да, потому что жизнь у нее все равно не сложилась. Это все как бы вот результаты того, что человека невозможно воспитать в другом гендере, чем он родился. А вот теперь, внимание, господствующая концепция. Да? Она, скорее всего, неправильная до конца, но, по крайней мере, это единственное, что у нас сейчас есть. Да? Это то, что объясняет, почему люди предпочитают партнеров того или другого пола. Ее предложил, ну, наверное, Дик Сваб, да? То есть это директор Голландского института изучения мозга, который проводил очень много наблюдений, и теория звучит так, да, что гомосексуальность – это врожденная, но не генетическая характеристика. Что это значит? Это значит, что во время развития эмбриона в утробе матери есть определенный гормональный фон. Гормональный фон женщины и гормональный фон гормоны, в первую очередь, тестостерон, который выделяет сам эмбрион. И вот от того, насколько много тестостерона выделяется, мозг развивающегося ребенка вот на вот этом вот континууме, да, от единицы по кинте до шестерки, приобретает те или другие черты. Да, если тестостерона очень много, у нас получается брутальный, очень сильный такой мальчик. Если его мало, то его мозг феминизируется, да, и он в той или другой степени предпочитает партнеров своего пола. Есть ли отличие, да, можно ли отличить, действительно ли по мозгу можно ли отличить людей одной и другой ориентации. Ну, на самом деле, неврологи очень мало знают, что о мозге, да, и если дать два мозга, мужской и женский, они с трудом отличат даже один от другого. Вот. Но, тем не менее, тот же Сваб все время искал этот участок, и действительно он нашел его, это такое, ну, красноречивое название, да, Айнах-3. Это одно из ядер гипоталамуса, да, которое, ну, вот так вот отличается, да, это гетеросексуальный мужчина, это гомосексуальный. Ну, разницы найти невозможно, да. Более того, тут очень много ошибок в эксперименте, потому что все гомосексуальные мужчины умерли от СПИДа, эти нет, да, поэтому как бы разниц в мозге между теми и другими анатомических вы найти не можете. Но можете найти разницу в работе этого мозга, да, тех и других мужчин. Вот интересная работа, которая говорит, что у нас происходит что-то подобное с мухами, да, у людей при развитии. Вот эта вот штука – это единственный кандидат на феромоны у мужчин. Ну, у людей вообще нет феромонов, да, то есть мы не привлекаем друг друга по запаху, так как это делают там мотыльки. Но если бы феромоны были, да, то вот это вот два вещества – это они. Вот этот мужской феромон, который в мужском поте, а это женский, который в женской моче в основном встречается. И вот у мужчин и у женщин, которые нетрадиционных сексуальной ориентации, у них нету чувствительности к... Мозг не реагирует, да, у них есть чувствительность, мозг не реагирует на феромоны противоположного пола. То есть, подобно тем мушкам, это, естественно, следствие, это у них нету мутации. Да, просто в ходе своей жизни и формы своей деятельности они стали нечувствительны к половым вот этим вот завлекающим гормонам представителя другого пола.
да, а стали восприимчивы, возбуждаются от запаха представителей своего пола. То есть такая штука действительно есть. Ну и самое интересное, да, то есть, а почему, собственно говоря, гомосексуальность закрепилась? Это явление, которое у людей все время встречается, да, 3-4%. У некоторых животных это тоже несколько процентов, оно все время есть. Эволюционно оно невыгодно, да, потому что эти особи не дают потомства или дают его очень мало. Но тем не менее, оно все время как-то поддерживается. Ну вот единственная концепция, которая сейчас является господствующей, которая, ой, съехала, да, и называется теория антагенистической плеотропии. Она говорит о том, что ген гомосексуальности, скорее всего, есть. Да? Он, скорее всего, есть, и он имеет, когда он попадает в мужской организм, да, он приводит к развитию гомосексуальности. Этот мужчина не дает потомков. Но когда этот ген попадает в женский организм, он дает женщине возможность родителей воспитать, успешно воспитать большее количество детей. Да? Ну, например, это некий ген там, нежности. Да? Ну, вот ген нежности хорошо, хороший кандидат на ген гомосексуальности. Да? Для мужчин он приводит там, к другому поведению, а для женщин он позволяет им быть более хорошими матерями и воспитать большее количество детей. И за счет того, что эта женщина будет воспитывать больше детей или рожать больше детей, чем женщина без этого гена, да, то в среднем вот эта вот пара, брат и сестра, там, в третьем поколении дадут больше детей, да, чем люди, у которых данного гена нету. Даже несмотря на то, что мальчики в этом семье не будут оставлять после себя детей. Да, вот за счет этой вот компенсации, что ген, попадающий в разные организмы, дает кому-то бенефицы, а кому-то не дает иметь детей, да, все равно передается. Да, и вот эта женщина будет пассивным передаточным звеном вот этого гена. И он наследуется всеми его дочерьми и сыновьями. Ну и последнее, да, мы знаем, что гомосексуализм встречается тут у 450 видов, сейчас мы знаем, что это более чем у 1000, да, но гомофобия встречается всего в одном, да, и когда вы думаете о том, насколько это природно или нет, ну вот, не забывайте вот это вот. Спасибо большое за внимание. У мене два запитання, постараюсь дуже коротко. Ви навіть в своїй презентації вживали два терміни – гомосексуальність і гомосексуалізм. Як все-таки правильно говорити і чому? Це перше питання. А друге питання – ви наводили приклад із Джон. Чи ви могли би розкрити взаємозв'язок між сексуальною орієнтацією і гендером, гендерною ідентичністю? І наскільки цей приклад, в принципі, який стосується гендерної ідентичності, а не сексуальної орієнтації, наскільки він якби, на тему презентації? Ну, історія з гомосексуальністю, гомосексуалізмом какова? Да? Тобто, как бы, оба терміни предложені з самого початку. Да? Тобто, це ще кінець 19 века, да, коли ці терміни виникли одновременно. Разница между ними в разных языках плавающая, да, в каких-то она вот такая, каких-то она вот такая вот, но в русском, да, то есть кон нас убеждает в том, что корректнее употреблять слово гомосексуализм, потому что оно меньше нас отсылает к медицинской терминологии, только поэтому, да. А гомосексуальность как бы больше имеет аллюзии к медицине, поэтому как бы так... Гомосексуализм больше имеет отношение к медицине, да, гомосексуальность больше к лайфстайлу, да, поэтому вот гомосексуальность, да, более предпочтительна. Но это его мнение, да, это, все остальное это на ваш рассуд, да, то есть как хотите называйте. Насчет транссексуальности, да, и сексуальной ориентации, пример, да, такой. То есть, на самом деле, Джоан, она имеет очень большое интервью, да, если вы его читали, там 20-часовое интервью, когда она рассказывала все перипетии он. Она рассказывала все перипетии своей жизни, и там очень много нюансов, связанных с его ориентацией и с сменой пола. Ну, да, вопрос скользкий, да, то есть насколько можно вот трансгендерных личностей применять к ориентации. Ну, к сожалению, у нас нет других экспериментов, да, ни один из родителей еще не поставил такой опыт, чтобы одного сына однояйцевого воспитывать как гея, второго нет. Поэтому у нас информации такой нету, поэтому приходится вот оперировать тем, что есть. Да, пожалуйста. Рассказывалась информация, да, вот именно по про этих же мушек, да, в которых выявляли гомосексуальность среди самцов, да, среди многих видов. А насколько все эти исследования применимы к женской гомосексуальности?
Ну, это исследованию практически не подлежит. Это очень сложно, да. Есть работы, их очень мало, да. Генетика женской гомосексуальности не изучена практически вообще. Вот эндокринология чуть лучше, там есть кое-какие наметки. Но у мух есть мутация, которая делает самок тоже гомосексуальными. То есть у мух такое есть, но это одна против там 8 мужских, да. Намного сложнее. Ну, в природе мужчина все, ну, самец более активное начало, поэтому за его гомосексуальность она очевидна, да. Женщины, как бы, у них немножко там, ну, самки у них там сложнее это просто наблюдать, банально. И не всегда это можно назвать гомосексуальностью, да. То есть у них там... Да. Есть очень много видов, где это самое, у птиц в частности, да, то есть где самки образуют прочные пары, да. У них просто ритуал ухаживания в основном это прерогатива самца. Понимаете, поэтому это можно наблюдать. А у самки это больше крутится вокруг потомства. Поэтому у тех же пингвинов есть такое, что две самки собираются, они воспитывают потомство. Но можно считать это гомосексуальностью или это уклад их семьи, да, потому что уже больше семья, а не ориентация. У животных нет ориентации как таковой, мы не знаем, что они думают. Можем только наблюдать, что они делают. А самки делают меньше, чем самцы, поэтому тут сложно чуть-чуть. Да. Относительно пропаганды гомосексуализма, вот, в нетерпимых обществах, менее либеральных, ну, например, у нас, в меньшей мере, ну, например, в России, ну, существует, не знаю, такая спекулятивная тема, да, телевизионная даже, на эту тему снимается много разных сюжетов, о том, что ну, гомосексуализм он приводит там на генетическом уровне. Прощения, мы не можем обсуждать политику в Доме книги. Это принципиальная позиция Дома книги, которая представляет нам площадку. Политику политики не буду. Мы стараемся вот, максимально избегать вообще любых контактов с политическими вопросами. Хорошо, пропаганда гомосексуализма якобы приводит к вырождению. Ну, там, здоровых людей, нации и так далее. Каким образом, то есть социальная политика относительно этого вопроса может влиять на, ну, то есть на увеличение количества геев в обществе или там? Абсолютно никаким, да, то есть точно так же, как вы гетеросексуалы, никогда не убедите быть гомосексуалом, да, точно так же и здесь. Эта пропаганда позволит людям, которые страдают неврозом в силу своей неопределенной ориентации, да, приобрести ориентацию, увидеть, что такая вариация нормы есть, да, говоря, и что ее можно сделать. У нас есть определенный уровень ну, бисексуальности. Угу. То есть, если в этом обществе то есть, относится терпимо к... Да. То есть, там будет больше геев или нет? Нет. Там будет ровно столько геев, сколько геев заложено в этом обществе природы. То есть, 6% как у барана. Да. Они просто будут есть тени и будут закрываться. Относительно мужчин и женщины, какой процент разницы женской и мужской гомосексуализм и бисексуализм? Мужской и женский. Есть какие-то цифры? Статистика очень сложна, да, то есть я недаром перейду к Порнхабу, да, потому что там есть хоть какая-то цифра объективности, да, во всех остальных очень сложно. Женский, он более факультативный, да, то есть это исследователи отличают, да, что это больше чем-то вот... После уроки? Почему-то, да, у них, ну, он есть факультативный, да, но почему-то у женщин он чаще встречается факультативный, чем нет, ну, их меньше, да, то есть среди женщин, ну, опять-таки, исследователи чего, я не знаю, чего выбирать. Вообще, с чем связано, почему мало исследований на женские гомосексуалисты? Потому что женок меньше в науке, ниже человек. Меньше чего? Женок меньше в науке, ниже человек. Ну, отчасти, да. Ну, есть другие причины. Я сейчас. И теория Дикасваба, я понимаю, направлена только на мальчиков, правильно? Теория чего? Дикасваба по поводу... тестостерона, да, попадающего? Ну, его исследования подтверждают это, но в теории он говорит и про девочек то же самое, да, то есть тестостерон на девочий мозг влияет точно так же. То есть, когда он делал вскрытие, да, он вскрывает только мальчиков. Вот таким, эти мозги ему достались. Эти 15 вот таких вот мужчин ему достались. Женских он не вскрывал, поэтому доказательств вот нет. Да, может кто-то другой, я не знаю. Хорошо, спасибо. Есть мнение, что женский гомосексуализм, это даже весело, интересно. А общество нетерпимо к мужскому гомосексуализму. Почему? Ну, это социальные вопросы, я не знаю. Патриархальное общество, ну, я так ощущение, что так не всегда было. Более социальный вопрос, почему общество нетерпимо. Ну, Греция, да? Ну, да, Греция, наверное. Греция, там вообще жестко было. Ну, может быть. Если только потому, что общество в основном регулируется мужчинами, по крайней мере, и им интересно посмотреть на женский гомосексуализм. Помимо этого, ну, мне кажется, нетерпимость с точки зрения, ну,
двух женщин, живущих вместе и активно заявляющих, что они есть пары, проявляется точно так же по отношению к двум мужчинам. А чи є епігенетичні кореляти гомосексуальні? Ну, епігенетичні, це що значить? Да, поясніть спочатку питання. Що? Питання поясніть. Так, я якраз це можу почати. Тобто, це що значить? Що ми вроді би нащупали ген гомосексуальності, який от є, а є як би епіген, тобто, коли теж щось є в ДНК, але що можна відмінити? Тобто, що от як би, ну, вот как-то так, да, то есть там чуть-чуть выше ДНК, то есть еще очень далеко до психологии, до воспитания, но что-то очень глубоко на пределе генов. Такая статья была год назад, но, к сожалению, это жуткая профанация, да, то есть если ты разбирался, ты дошел до первоисточников, ты знаешь, что это работа, это курсовая работа одного студента, которая еще до статьи не очень далеко, то есть, скорее всего, это утка, да, то есть такой нет. А еще показал? Теория может быть, да, но та вот утка, которая была год назад, это все-таки утка. Вот девушка. Ну, можно, значит, по вашей лекции я так поняла, что вот этот вот как раз ген, который предопределяет сексуальную ориентацию в будущем, то есть он делает поведение более, например, феминным, да? Но с такой, если исходить из этой теории, получается, что люди, которые владеют больше количеством эмпатии, ну, мужчины более феминных поведений, таким образом являются как бы гомосексуальными. Но с другой стороны, я знаю очень много гетеросексуальных парней, которые намного феминнее меня и намного эмпатичнее. Но с другой стороны, я тоже знаю гомосексуальных, которые достаточно брутальны. То есть что именно является тем фактором, который привлекает, то есть не поведение феминное, скорее всего, все-таки привлекает гомосексуальных людей друг к другу. Что, то есть вы начинали там вначале говорить вот про запахи, про феромоны, вот мне это интересует, что именно предупреждает? Что привлекает людей, это есть такая лекция на 2 часа, да, то есть там подробно это все изучено, да, что привлекает мальчиков, девочек, мальчиков, там очень длинный список и очень интересно, как бы, тут это не удастся затронуть. Брутальность, феминность и так далее. Шкала, да, беспрерывная. То есть феминность можно выразить в каких-то единицах, да, от 1 до 100. И все. Да. И вот где-то на этой шкале появится этот человек, да. Наложена на эту степень его осознанности, там, выведет его на какой-то уровень сексуальности, да, там открытость к опыту еще куда-то и так далее. Ну, вот как-то так. А вот насчет, например, научно-психологического мнения, но, я думаю, были же попытки лечить таких людей? Были инциденты, когда действительно люди переходили и говорили, что это была ошибка, или у них появлялось физиологическое какое-то влечение на нормальное или ненормальное? Были такие случаи? Ну, нормально, ненормально я говорил тогда. Я имею в виду... Людей лечили, да, естественно. То есть очень отдельная история, как было, когда это было диагнозом, когда это не было диагнозом. Сейчас, естественно, это не патология, сейчас, естественно, это вариация нормы. Когда это считали патологией, это лечили теми способами, которые понимали тогда, то есть когда не понимали, то есть когда ничего не понимали о мозге, лечили, да, в основном это было там, ну, то, что называется, выработка рефлекса, да, если по-простому, да, человеку показывали фотографии там мужчине, да, гомосексуалу, показывали фотографии голых мужчин и женщин, на голых мужчин давали разряд тока, на голых женщин ничего не давали, да, ну, вырабатывали рефлекс. Да, то есть очевидцы пишут, что ничего, кроме рвотного рефлекса на экспериментатора, такие опыты. Мы очень плохо понимали мозг, да, первые ошибки были в том, что их давали поочередно, да, то есть, а организм мужчины не мог так быстро работать, да, и он не понимал, на что идет импульс, на что его бьют током, на это или на то, ну и так далее. Потом их скорректировали, ну и так далее. То есть успешных примеров, да, это одно из аргументов, почему их исключили из классификации патологии, потому что не удалось, 20 лет лечили, ни одного человека вылечить не удалось. Да, чтобы у него не разрылся после этого невроз. Да, гармонично вылечить никого не получилось, соответственно, это не патология. Ну, там еще есть другие причины, почему это не патология. Понятно. А вопрос, какие прогнозы вообще? Будет увеличиваться количество С ростом терпимости в обществе количество гомосексуалов популяции дойдет до биологического числа. Да? То есть все, кто рождены такими, смогут быть такими. Все. Выше это никогда не будет. Вы никого не убедите, что он должен любить другого человека. Да, а если генетические изменения? Ну, генетических изменений у человека не происходит. Ну, как там, с ходом эволюции не происходит практически. А предупредить тестостерон? Это число постоянное, да, то есть смиритесь с этим. Там 4-5-6% число, которое было всегда в Древней Греции, есть у нас, и будет через 1000 лет. Да, то есть оно больше, чем на процент на 2 изменится, но вот, как генетика, скажу, не может, да, нет процессов, чтобы изменить это 10 раз. Вот эта цифра будет, да.
Можно предупредить как-то это развитие там тестостероном как-то, ну или, то есть, в ранней... Просто началось, да, то есть людям, мужчинам гомосексуальным, кололи тестостерон в надежде на то, что, так как тестостерона у них мало должно было бы быть, да, то это вернет их в форму гетеросексуальную, но ничего кроме повышения либидо это не приводит, то есть они, то есть тестостерон и любые манипуляции с гормонами у людей не приводят к смене ориентации, да, то есть тысячу раз пробовали, нет. А на раннем этапе, когда только вот, где у женщины мало тестостерона, там, и вот если именно на таком уж очень раннем этапе делать? Ну, таких не делал, опытов так... не делал. Это... Да, даже на мышах такие опыты провалились, но там по другим причинам, вот, но на людях такое не делали, да. Ну, понятно. Как получается вот форма эта, мы понимаем, можно ли это скорректировать, или таких, ну, опытов не было, может, да, может, нет. Вы только что сказали о том, что там это присутствует там тысячи лет, да? Но исследовать это начали вот недавно. Ну, если мыслить в рамках тысячи лет. А каким образом, откуда статистика за вот все это время, пока этим не занимались? Не, у меня нет никакой статистики. Как ретроспективно можно было определить, что тысячу лет назад было, ну, было такое же? Никак. Этим занимались все. Ну, по литературным источникам мы знаем, да, то есть там по каким-то фрескам на греческих таблицах мы знаем, что такое было. Да, процент, понятно, что дело никто не знает. Про баранов могу точно сказать, что у них там много поколений процент одинаковый. Ну, можно судить, ну, скажем, в Греции даже были специальные отряды, такие как, вот, может, некоторые знают, священный лов. Ну, так назывался их отряд. Дело в том, что мужчины-гомосексуалисты, они сражались причем ключево. И это дико повышало эффективность этого отряда, потому что никто не мог вот, бросить свою жизнь. Получается, что в принципе, если взять, ну как бы перепись этой армии, то можно, можно будет увидеть, вот, сколько тогдашней армии. Сколько там было вообще человек? 4%. Еще вопросы есть? Есть еще вопросы. Я читал такую историю насчет перенаселенности, когда организм, неважно, это животное или человек, чувствует, что ограниченным пространством много других особей, то у него развивается гомосексуальность, чисто как это механизм эволюции. Ну, действительно, такое есть, да, то есть тут гомосексуальность работает как одно из звеньев обратной биологической связи, как некий лимит на размножение, да, так же, как включаются другие поводы размножения, да, то есть уже как там все 9 включаются, по сексуальности там стоит там 10, то есть, как один из вариантов, да. Ну да, есть. А, тогда вопрос, вырастет ли этот процент с ростом популяции? Ну, он вырастет даже скорее в связи с увеличением освещенности по ночам, да, больше, чем с количеством населения, да, то есть, ну, долго рассказывать, но света и фона ночью больше влияет на ваш мозг, там, чем густота людей вокруг вас, да. Ну, это там, интересно. Так, кто-то так хотел, да? Там очень интересная история, я до конца не помню. Нет, они были полноценными членами общества, там с ними все нормально. Да? Когда наблюдают за серыми гусями, да, то есть когда этологи наблюдают, там наоборот, гомосексуальные пары гусей, они являются вершиной иерархии в этом озере. Да? То есть как бы, вот, они совершают ритуал брачного крика, они кричат друг на друга, это значит, что дальше они пара. Все, они спариваются с другими самками, потому что самки к ним пристают. Вот. Но эта пара самцов, они держат и крышуют все озеро. Да, то есть они всегда пользуются супер почтением. Да. То есть вот с лебедями такое есть, да. С барнами, не знаю. Два вопроса. Времени мало. Можете прокоментувати, чи це міф, чи ні, чи це може відповідь про ту Джон і Джоан? Якщо, наприклад, ну зараз питання усиновлення дуже гостро стоїть, чи можуть ці от діти, чи вони як. Якась передумова для того, що вони стануть гомосексуальними, чи в гомосексуальних парах діти що там виховуються. Да, да, в Голландії це був дуже активно обговорюваний питання. Останні дослідження говорять, що
Большинство, значит так, да, как правильно сказать, большинство детей, которые воспитываются и в тех и других парах, все равно становятся гетеросексуальными, да, но у гомосексуальных пар детей на 3% больше эти дети становятся гомосексуалами, да, но скорее всего это не за счет воспитания, а за счет того, что у них есть пример открытых отношений такой формы, да, то что 3% это, ну, это ни о чем, да, то есть. Как-то так. Ну нет, то есть воспитание, все опыты по перевоспитанию, они проваливаются, и с семьями наблюдения есть, они, ну, и не влияют. Да? Так, последний вопрос, я хотел задать, да? Можно узнать ваше мнение о том, почему в современной массовой культуре такое большое количество людей с эволюционной сексуальной ориентацией? Есть ли какая-то связь между активностью человека? Ну, общество стало более терпимым, то есть эти люди были всегда, говорю, по биологическим причинам, процент, ну, а ще у них нема дітей і більше часу займатися. Да, да. Это другая очень интересная теория, которую я, наверное, скорее всего и закончу этот самый, да, который говорит о том, что почему очень много творческих людей, да, к нетрадиционной сексуальной ориентации. Потому что если подумать, да, природа этих людей, может так думать, да, природа этим людям дала классный резерв. Да, то есть сил им точно не нужно, и возможно это одно из значений эволюционных, да, гомосексуальности, да, у них забрала очень мощное времяпрепровождение, да, поиск самки, ухаживание за ней и воспитание детей, да, этого ребенка надо родить, кормить, потом следующего и так далее. Этот человек природой освобожден от вот этих вот действий, да. Возможно, это освободившееся время он может потратить на что-то другое. Поэтому люди творчества очень много привержены традиционным. Спасибо большое за внимание. Thank you.